Бюджет краевой программы по содействию занятости населения в этом году составит 113 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на проведение ярмарок вакансий. Ежегодно в городах и районах Кубани проходит около 1000 таких мероприятий. Кроме того, по направлению службы занятости за счет бюджета финансируют профессиональное обучение и повышение квалификации безработных граждан. Планируется, что такой возможностью в 2017 году воспользуются 4700 кубанцев. Столько же человек обучались в рамках госпрограммы в 2016. В администрации региона сообщают, что сейчас в краевой базе 30 тысяч вакансий. Это на треть больше по сравнению с прошлой зимой.